Приветствую и добро пожаловать! Это продолжение нашего шоу «Беги или умри». В прошлый раз вы видели, как наш герой пронесся через смертельные кактусы, буквально, и сегодня ему предстоит нечто более рюкаческое, если вы понимаете, о чем я. Да. Но прежде всего ему нужно собрать 4 монеты, чтобы получить доступ к этому испытанию, так сказать, подтвердить, что он достоин. И пока я нес всю эту чушь, он уже взял первую монету и несется ко второй. Отлично. Клиры наступают, но он неотвратимо несется к третьей монете, и осталась последняя. Отвечает более серьезное сопротивление, но успешно прорывается сквозь него. Он взял монету, но это было не та. Одни монеты рядом. И можно уже чувствовать. Да. Да, теперь осталось только добраться до выхода. Отлично. Теперь ему предстоит в этом колесе. Или в этом шарике. Бегать через эти огненные кольца. Посмотрим, получится ли у него собрать их все. Лучи пытаюсь ему помешать, но ничего не выходит. Даже у этого Шемблера ничего не выйдет. Как он несется, буквально белка в колесе. То он забывает, что чтобы колечко засчиталось, нужно через него прыгнуть. Потому что колечки так устроены, тем более колечки из огня. Здесь он сталкивается с первым препятствием, но быстро находит решение. И опять забывает, что нужно прыгать. Потому что, разумеется. Опа. Опа. Да что ж такое? Да, он вспомнил, что он может прыгать. Находит второго. Третьего. И вот этих ребят тоже. Скорее переезжает, ну да ладно. И выходит на второй круг. Женится не соблаговолит вовремя, но он нашел, как провести время, разнеся этот танк. И еще один Шемблер пал от его шара. Так. Еще одна стена закрывается прямо перед носом. Ну, сегодня не наш день. Хотя, скорее, это не день вот этого альбиноса паренька. Да красных чуваков нет дела, ведь наш герой крут. И это финиш. Осталось только прикончить придворных и готово. Это было захватывающее мероприятие, полное адреналина, крови и, конечно же, шаров. Да, шаров. На этом мы с вами прощаемся на рекламную паузу и увидимся с вами в следующем выпуске нашего шоу «Убей или беги или умри». Господи боже, Виктор заговаривается. Все, счастливо. Спасибо за просмотр.